Ну, смотрите, не знаю, мою семью это не коснулось. Короче, на мою семью санкции не распространяются. Я уверен, что так могут сказать многие россияне. Просто не коснулось. Те, кто зарабатывает, ну, заходишь в магазин, все равно купишь все, что тебе нужно. На цены я особо раньше не смотрел. И сейчас не смотрю. Я даже не понял, выросли, не выросли. Я даже не знаю, сколько стоит бензин. Я знаю, что есть много таких деловых людей, которые просто продолжают дальше работать, занимаются своими делами, и на них это просто не отражается. Товарооборот где-то упал, ну, с другой стороны, там, начинаешь думать, как его поднять даже. Может быть, где-то у кого-то и вырос. Кто-то вообще не перестал что-то делать, просто зарабатывает на курсе доллара. Понимаете, санкции, ну, не знаю. А кого-то да, кому-то коснулось. Вот. А кто-то стал меньше зарабатывать, наверное. Ну, на меня не коснулось. Как я могу про это рассказывать? Про других? Ну, на них как-то, может, влияет. Не знаю. У меня, как со мной работали, там, покупали машины, квартиры, там, дачи и так далее, и тому подобное, так и покупают.